Привет! Всем привет! Вы на канале Алина и Алиса, и сегодня мы вам покажем интересную игрушку Pick Me Pops. Это наш не первый Pick Me Pops, у нас таких уже есть несколько. Сегодня мы открываем маленький, сейчас посмотрим, что же там внутри. Да. Открываем наш шарик. Вау, смотрите, какая-то птичка. О, птичка. Такой у нас еще не было, да? Да. Какая-то птичка. У нас такой не было. Пахнет виноградиком. Мы подумали, что у нас будет повторка, да? Смотрите, вот у нас такой попугайчик упался. Ики. Угу. Ну, давай уже посмотрим, какой он там. Самый из себя прекрасный. Вот он какой, смотрите. Угу. Тут совсем все прям маленький, да? Маленький, хороший. А между прочим, они из одной ткани сшиты, да, почти да. Все? Форма у них как бы разная, а ткань у них вот одна и та же. У нас там есть какой-то такой, да? Кто у нас такой был? Это киска у нас вроде такой был, да? Или кто? Рыбка-клоун. А, рыбка у нас такая была, во. Рыбка-клоун. И попугайчик. Ну, пахнет очень вкусно, да? Да. Так, все, у нас больше ничего тут получается, да? Да. В маленьком шаре только такая вот штучка, она сразу идет с подвесочкой. Да. И такое вот письмо, да? Да. С посланием, чтобы ты узнал, кто тебе попадется. Шарик у нас был, обратите внимание, бирюзовый. Они всего бывают, розовые и бирюзовые, да? Или еще каким-то цветом бывают? Желтые бывают? Да. Ага. Все ясно. Ну, классная штучка, тебе понравилась? Да, очень. Еще такая одна в твою коллекцию Pick Me Pops. Хорошенький, маленький такой. Ну что, на этом попрощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока.